комплексах фото- и видеофиксации на трассах Московской области стали массово внедрять фиксацию по распознаванию непристегнутых ремней. Оборудование установлено на дорогах с высокой интенсивностью движения, среди них и Минское шоссе. Статистика показывает, что тяжесть последствий ДТП, в которых водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, очень велика. Видеонаблюдение должно приучить к дисциплине участников дорожного движения. Сейчас в регионе работают около 1500 камер, из них уже более трети настроены на распознавание непристегнутых ремней безопасности.